Около 5 лет юристы прорабатывали правовые нормы, которые легли в основу закона об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности. Документ вступил в свою силу 3 января 2021 года и внес некоторые корректировки, которые затронули организацию работы нотариусов, интересы граждан и юридических лиц. В нотариальной деятельности произошел ряд изменений, среди которых изменен территориальный принцип по удостоверению сделок с недвижимым имуществом. Что это значит? Это значит, что если раньше гражданин мог обратиться за удостоверением договоров доверения, отчуждения, продажи недвижимого имущества, нотариус мог удостоверить только по месту нахождения недвижимого имущества. В настоящее время может удостоверить нотариус сделку в отношении недвижимости, находящегося на территории Республики Беларусь, в любом городе Республики Беларусь. Кроме того, было скорректировано еще ряд понятий нотариальной деятельности. Введены понятия нотариальный документ и нотариальный акт, отменено право производить аудиозапись нотариального действия, при этом сохранено право видеозаписи. Внесен ряд уточнений относительно порядка образования нотариального бюро и многое другое. Немаловажным изменением в документе является то, что для обслуживания физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, нотариусы будут выезжать в агрогородки и другие населенные пункты. Нотариусы будут выезжать в агрогородки и другие сельские поселковые населенные пункты, там, где имеется возможность для нотариального обслуживания. То есть имеется помещение, компьютерная техника и другая техника. И выезды это будут осуществляться на основании заявок и в соответствии с графиками. Графики выездов будут размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Справочная информация», и там будет написано «Нотариальное обслуживание в агрогородках». И по мере поступления заявок, в соответствии с графиками, нотариусы будут выезжать и для качественного обслуживания населения. Ознакомиться с графиками выезда нотариусов в агрогородки на первый квартал 2021 года можно на страницах территориальных нотариальных палат. А познакомиться с изменениями в законе о нотариате и нотариальной деятельности подробнее можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.